привет! Сегодня у нас любимая моя еда и, наверное, многих. Это шашлык. Слюнки уже бегут, кстати. Также у нас будет запеченная картошечка с салом. Запекалась она в фольге. Очень вкусно все пахнет, выглядит. Поэтому присоединяйтесь. Всем приятного аппетита. Ставим лайки. Смотрим, я думаю, и сами тоже можете кушать. Поэтому погнали. Вот она, картошечка. Ребята, запах просто. Сало. Кстати, для мяса у нас обычный кетчуп, а на хлебушек мы намажем соус. Поехали. Шашлычок. Шашлычок, ребята. Это неповторимое блюдо. Многим оно нравится. Ни один ресторан не приготовит так. Мягкий, сочный. Там мы недавно были на природе и открыли сезон. Дровишки еще сырые, не успели полностью подсохнуть, но это нам не помешало зажарить отличный шашлык. Лучок тоже на костре. Надеюсь, вы его тоже любите. Очень вкусно, ребята. Не знаю, много вам рассказать про шашлык. Это ничего не рассказать. Сало. Картошечка, когда он запекается, он дает свой сок, он впитывается картошечкой и придает такую пикантность. Рекомендую. Кстати, параллельно мы это делали. Пока шашлычок жарится, под низом печется картошка. Получается, один выстрел, убиваем два зайца. Надеюсь, что вы расскажете, как вы делаете. Когда последний раз кушали шашлычок?
насколько вам нравится. Потому что это еда одна из моих любимых. В компании. Под 100 грамм. А запах такой, кострил. Шашлык зарождался в костре, точнее на костре. Так он выглядит. Очень вкусно, поэтому все, кто давно не были на природе, мигом туда. Когда готовите мясо, его надо не в уксусе, не в майонезе. Это мой личный рецепт, конечно, я уже все понял. Просто в специях. Обязательно лука. Когда мясо порежете, лука много. Не жалейте. Специи берете к шашлыку. Ну и дальше добавляйте именно то, что вам нравится. На специях. Соль. Не забываем. Ну и после того, как все перемешаете, поставьте в холодильник его. Ну, где-то минимум часов на 12. Пока стоит шашлык, обзванивайте всех друзей, сообщайте такую новость, никто мне откажет. Это блюдо безотказное. И все. И получается, когда нанизуете шашлык, обязательно чередуйте с луком. Не знаю что, не знаю как, но лук дает мягкость. Лук, кстати, не поджаривается, в угольки не превращается. Вот вам видно, сейчас покажу лучок. Видите? Сейчас получше возьму для вас. Видите? Он просто пропитывается соком. Вкус божественный. Смесь дыма, лука и сока шашлыка. Одну секундочку. Помажем. Это очень, ребята, вкусно. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что у вас именно такой же будет шашлык. Не хуже.
раньше в шашлык добавляли мы киви. Киви делает мясо мягким. Но его нужно добавлять часа за два. В последнее время мы его вообще не добавляем. Мясо, когда готовите, обязательно следите, чтобы его не подсушить, чтобы сок остался. Видно. Оно мягенькое. Ой, извиняюсь. Что у меня соль там лежит. Не сушите шашлык, долго его не надо жарить. Хорошие угли должны быть. Ну, естественно, хорошая компания. Ребята, аромат и вкус просто дурманит голову. Жилка. Аж тает. Очень, очень вкусно.
Это бомба. Очень надеюсь, вам понравилось это видео. Вам было так же вкусно, как и мне. Поэтому ждем от вас лайков. Обязательно пишите комментарии, понравилось, не понравилось. Всем спасибо. Всем пока.